Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Откроем пак. Бесплатный, конечно же, в котором ничего полезного для меня не будет. Как всегда, я даже не удивлен нисколечко. Так, забираем свои награды. Открыть колоду, пройти одну серию испытаний. И пойдем быстренько с тобой попробуем прокачать Джастина. Ну, не в плане левела, хотя левел тоже нужно поднять, хотя бы 75-й сделаем ему. Вот так вот. И... Так, может быть, щупальцу прокачать? Так, для этого нам не хватает всего лишь 8 пультов. Давай-ка попробуем быстренько с тобой найти. Так, данные крэнгов этот не то. 8 пультов, да, нам нужно? Один нашли. Так, второй. Еще 6. А третий... Слушай, ну пульты очень, по-моему, неплохо идут. Давай, давай. Так, это четвертый, да, по-моему, у нас был? Четвертый. Еще 4 остаются. Пятый. Шестой. Седьмой и последний пульт. Где он? Вот он, все, ребята. Надеюсь, у меня мутагена хватит. Хватает. Ну что, щупальца получает у нас 5-ю ступень. Замечательно. Так, для 6-й ступени надо будет нам найти с тобой 10 ящиков с инструментами. Ну, это опять же на изи. Потом мы еще прокачаем вот это вот искры из глаз. Но основное вот это, ребята, у меня. Блин, ну тут, правда, надо столько. 12 кружек найти. Один бинокль. Первобытный бульон. Джастин хорошо приспосабливается к неблагоприятным условиям. В начале хода есть вероятность 15% усилить защиту от воздействия у союзников на 50%. Ага, у союзников. То есть это как бы пассивный баф. Ладно, мы потом с тобой все это посмотрим. Ну что, забираем здесь награды и приступаем. Да пойдем, наверное, на арену, как всегда. Нас 100% с тобой сбросили. Ну, о чем я и говорю. Лига самураев, как ты видишь, у нас 23-й ранг. А были мы с тобой чуть ли не в мастерах. Ну что же, считай, мы с тобой сейчас будем заново делать буст. Так, возьму я, наверное... Да, возьму Егора. И будем мы это делать с тобой с помощью кого? Ну, с помощью Леонардо, кого же еще? Идем с тобой в самый хвост, ё-моё. Это опять всех персонажей нам надо отыграть. Жестоко для них. Но для нас это нормуль. Ну а что вы хотите, друзья мои? Начало недели, естественно, нас будут с тобой долго и, считай, постоянно сбрасывать. Мы поднимемся, нас опять скинут. Мы поднимемся, нас опять скинут. Такова, как говорится, воля этой игры. Тут по-другому никак, чтобы ты забил какое-то местечко, да, как говорится, привязался там и все. И будешь там до посинения сидеть. Нет, ребята, все равно скинут. Но, слава богу, мы уже с тобой уже в сёгунах. И это говорит о том, что скоро, через, наверное, 4 боя, мы, скорее всего, попадем с тобой в сёгун 2 звезды. Я возьму Танюшку. Смотри, какая она миленькая, да? Зайчика, точнее, не зайчика, а кошечку из себя воображаем, да? Да-да, кошечка. Ну, мы знаешь, как обращаемся с кошечками. У нас есть такая морозильная кошка. Мы ее нисколечко не жалеем, если это враг. А если это наш котейка, то, конечно, благотворим. Тыдыч, и все, ребята, отдыхают. Вот таким вот интересным и странным образом мы с тобой зарабатываем кубки и поднимаемся по рейтингу. Да, поэтому, друзья мои, если кто-то, многие из вас спрашивают, кого прокачать, я тебе посоветую, прокачивай Леонардо. И будет тебе счастье, уж поверь. За счет него ты сможешь очень-очень хорошо и далеко проходить. Причем тратить всего один откат, зарабатывать, соответственно, осколки. Соответственно, потом будешь прокачивать своих младших персонажей, да, которые не такие уже сильные. И за счет этого выбираться в определенный топчик. Так что вот тебе простой лайфхак от Рэя. Погнали. То есть, если Лео прокачаешь, то абсолютно ни о чем не пожалеешь. Потом я тебе советую кого-нибудь. Ну, лично у меня это Усаги был. Я его хотел прокачать очень сильно. Естественно, все испытания, все проходил, потом фармил. И теперь нисколечко не жалею. То есть они вдвоем могут разбирать любого. Мы можем проходить с ними
все лиги. Но все равно для подстраховки, конечно, когда уже пойдут 79 уровни, там приходится брать третьего компаньона. Но там не обязательно имбовый. Достаточно и среднее звено, чтобы, как говорится, для поддержания штанов. Может быть, кого-то не добьют они, и тот самый третий персонаж, не слабых, естественно, всех чикает, и таким образом мы с тобой никого не теряем и пробираемся с тобой наверх. Ну что же, а здесь в данный момент у нас с тобой все хорошо очень получается. Так, друзья мои, сколько еще нам с тобой? Наверное, два боя, и мы уже попадем в Сёгун 2 звезды. Так, здесь нам надо брать, наверное, с тобой Мускан. Кстати, друзья мои, через два дня выходит новая игра, которую я буду проходить, естественно, друзья мои, на втором канале. Как ты понял, да, мы с тобой прошли первое DLC второго сезона по поводу армии зомби. И у меня как бы освободилось небольшое такое окно для другой игры. Но нам еще, не забывай, нужно играть Castle Storm. Развязочка там уже не за горами, и хотелось бы посмотреть, чем же там все-таки у нас закончится наша история. И до Бэтмена, да, ребят, как-то еще надо дойти, дожить до Бэтмена. Пускай игра и старенькая, кстати, она в этом году получила приз какой-то, я не помню, ребята. В общем, этой игре 10 лет уже. Бэтмену, да. Бэтмен Архам Азальм, по-моему, так она называется. В общем, ей 10 лет уже, как она вышла. А вышла она в далеком 2010 году. Ну, слушайте, она до сих пор еще актуальна. Мне так лично нравится. Мне зашла, тем более еще там все с переводиком, все как полагается. Но, как я тебе уже сказал, что 3 числа выйдет еще одна игрушка. Ну, не знаю, друзья мои, немногим она зайдет, потому что там все-таки мифологическая она, да? Наподобие God of War, только по графике намного-много уступает. Так что будем играть. Завтра, друзья мои, выходной. Надеюсь, мы с вами поиграем в Shadow Fight. Я хочу порубиться. Давно не было, вы просите серию. Обязательно сделаем. И надо кое-какие игрушечки вернуть на наш канал. Давно мы их не снимали. Многие просят еще снять серию по Zombie Warfare, да? Типа Зомби Война. Вперед на Зомби Войну. Не знаю, ребята, можно, в принципе, поиграть на Лиге чуть-чуть. Если вы за, то, пожалуйста, поддержите меня в комментариях. Так, ну что у нас там с тобой? На каком уже месте? Слушай, Сёгун 2 звезды, 53-я позиция. Слушай, мне что-то кажется, мы сейчас с тобой уже залетим в мастера. Причем, знаешь, в наглую так выбьем дверь ногой и скажем: а ну-ка, малышня, подвиньтесь, Рэй пожаловал. Тем более у нас еще очень много персонажей. И уровень бойцов 55-й. То есть мы с тобой до 61-го, 62-го можем спокойно здесь рулить одним Лео. Ну да, давай посмотрим, как мы с тобой далеко зайдем. И, конечно же, сегодня будет у нас испытание. А уже какое, определимся ближе. Так, ну что же, все отлично. Погнали дальше. 33-е место. Так, здесь кого взять? Ну, давай возьмем, наверное, Максима. Возьмем Максимку с тобой и... вот так вот. Эйприл Кунаичи, тут у нас Донателло Видение, Донни Космос. Отлично, поехали. В принципе, нам на второстепенных уже даже не надо смотреть. Если есть Леонардо и уровень противника меньше 60 уровня, можно даже не заморачиваться. Кого я там взял, для чего я взял, это уже не актуально. Он просто делает вертушку, и все падают. Все, остальные получают звездочки, и мы с тобой проходим дальше. Так, ну что у нас здесь? Леа. Ну давай возьмем Леа. Нам-то что, да? Уже, кстати, ребят, 59-й, 58-й уровень уже пахнет жареным. Потому что еще чуть-чуть, и уже будет 60-й уровень. А там, соответственно, Леонардо один справляться не будет. Он как бы справляться будет со своей задачей, но он может кого-то оставить живых. Например, видишь, уже что происходит. А ведь это не есть гуд. Смотри, что сейчас будет.
А? Вот-вот, и вот именно про это я тебе и говорил. Так, что нам с тобой сделать? Давай пробуем так. Молодец. Супер шренг, ребят. Ой, шренг. Думаю о шредере. В голове почему-то крэнк, и получился шренг. Да, новый герой. Да, супер шредер. Ребята, забомбил Донателло. Ну, а мы, конечно же, Рафаэля. Ну что же, двигаемся с тобой тогда дальше. Вот, теперь я так понимаю, друзья мои, нам придется брать еще с собой в команду кого? Правильно, Усаги. Так, Сёгун 3 звезды, я нас поздравляю с этим. Давай попробуем все-таки до мастера добраться. 61 уровень уже, как ты видишь. Тут уже действительно не до шуток. Так, берем команду и пошли. Нет, можно было бы, конечно, Усаги не брать, если бы у нас были бы хотя бы с собой бойцы уже 60 уровня. Там, где у нас Паукус, Ванька Стиранка, да? Но так как у нас с тобой до сих пор еще 50-е не отыграны, приходится перестраховываться. Ну, давай. Сейчас посмотрим, насколько Усаги хорошо бомбанет. Ох, великолепно. Но вот почему-то Бибопчика он, друзья мои, не добил. Но упал. Я специально не делал вертушку, потому что хотел, чтобы этот именно упал от постепенного урона. В принципе, так и произошло. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. И так, 70-я позиция. Кстати, у нас с тобой 70 монет. Мы же можем с тобой что-то приобрести. Да, после ареночки с тобой обязательно посмотрим. Я, наверное, возьму Данина. Вот по 2 отката уже тратим, а? Так не хотелось бы, конечно. Ну, как ты видишь, у нас тут Хан, Мутагеноид. И кто там у нас еще? А, Микеланджело. Ну что ж, давай посмотрим, насколько хорошо сейчас делает у нас Усаги. Замечательно. Так, только вот Рафаэль, да? Смотри, сейчас мы сделаем вот так с собой. Хоп. Да елки-палки. Упал. Ой-ой-ой, вот так вот я, кстати, зря делаю, друзья мои. У Сплинтера же есть контратака, поэтому если бы сейчас был бы персонаж послабее, да, мы ударили, он же обязательно делает контратаку. Мог бы нахлобучить. 51-я позиция. То есть половину уже прошли. Возьмем, наверное, с тобой... Ну, давай вон Банни. Возьмем с тобой Банни. И раз, два, три. Твою ж налево. Если мы так будем с тобой вот потихоньку-потихоньку брать персонажей, нам как раз хватит с тобой до Лиги Мастеров. И, возможно, даже 2 звезды. Ну-ка. Посмотрим, насколько все хорошо и отлично. Великолепно. На всех висит постепенный урон. Леонардо добивает всех. Хотя можно было бы из принципа, ребята, бомбануть кого-то одного, да? И они все бы редком полегли бы, когда наступил бы их ход. А когда он наступит, фиг его знает. Возможно, никогда, потому что мы бы их разобрали поодиночке. Так, ну что, 31-я позиция. Шикарно. Давай, наверное, возьмем с тобой Сайф. Интересно, есть такое имя Сайф? Не знаю, друзья мои. Ну что ж, давай смотреть, что у нас тут с тобой получается. Да все хорошо получается. Так, Усаги делает свою, конечно же, вертушку. Наверное, кого-то уронит. Всех? Всех ты это видел? Слушай, это большая редкость, чтобы он сразу же всех смог положить. А какие уровни были? 63-й, 61-й. Слушай, а как он так умудрился, ребята, всех положить с одной вертушки? Даже не то, чтобы постепенный урон положить, а просто уничтожить. Это вот за долгую практику в первый раз, друзья мои. Именно 60 уровень положить с одной вертушки. Удивительно. Так. Что это, Дениса? Это мужчина или женщина? Дениса. Вроде бы как Денис, да? И в то же время как-то по-женски звучит. Ладно, пускай это будет Дениса. А может быть, Дениса.
Фиг его знает. Мы же не видим, да? Мы видим там какого-то маленького пушистого котенка на аватарке. А может быть, это котенка так звать, а? Ну да, вполне возможно. Так, Сплинтер, хорош выделываться. Давай, Лео, добивай их всех. И будем с тобой уже переходить. Сколько нам еще нужно сделать боев, чтобы перейти на Лигу Мастеров? Будьте добры показать мне полный список. И да, мы уже с тобой в Лиге Мастеров, друзья мои. Ну что же, я думаю, персонажей мне хватит, чтобы добраться потихоньку до Лиги Мастеров 2 звезды. Единственное, что мне не нравится, это мои 15 откатов. Маловато будет, согласись. Очень мало. Так, вот смотри. Матеус, 66 уровень, да? 67, 68. И он имеет те же самые кубки, что и остальные. Выгоднее брать его, хотя тут есть... Погоди. Тут есть Майки, он мне не нужен. Давай-ка здесь присмотримся. Вот, отлично. Мухаммед, опять же он, да? Опять же Мухаммед у нас. Сделаем вот так вот. Да подожди ты, Армагон, лезешь. Блин. Вот хотелось бы мне, чтобы у меня был один перс. Например, один Леонардо, да? Ну, возможно, если мы с тобой когда-нибудь прокачаем ему скилл, вертушку, до 7-й ступени, то, возможно, нам Усаги и не понадобится. Но это, опять же, мои предположения. Я не знаю, насколько там идет прибавка к удару, да? Но это можно как-то посмотреть, наверное, но... Если бы у нас был бы уже прокачан, мы бы с тобой бы уже знали точно, сможет он справляться без помощи Усаги или нет. В данный момент я не могу, не хватает вот этой вот вертушки, чтобы завалить всех, оставляет все равно немножко здоровья. Для чего я, в принципе, и беру Усаги в помощь. Так, ну что, опять здесь сейф, да? Он опять сюда пришел. Ну что ж, давай его опять же бомбанем. Так, а вот, друзья мои, уже чувствуется, что персонажики наши подходят к концу. Главное, чтобы у меня хватило откатов. Нет, можно, конечно, купить 10 штук. Почему-то как-то они очень стали быстро у меня тратиться. Помнишь, был момент, когда у меня их там за 100 было, этих откатов? Теперь я просто не могу накопить. Несмотря на то, что практически каждый день можно получать по 10 откатов бесплатно. А у меня не получается накопить. Все время вот какие-то траты происходят. Ну что же, двигаемся дальше. Давай 50 место. О, 55-е, нормуль. Так, 11 откатов всего лишь осталось. Да. Ну давай возьмем Ивана. Ивана. Вот так. И где у нас тут? Раз, два, три. Блин, ну по 3 персонажа отыгрывать. Мутагена не хватит. Ой, мутагена. Откатов не хватит. Придется, наверное, докупать 10 штук. Сегодня у нас уже, что, ребята, вторник, да? Ну, на вторнике уже должно более-менее закрепиться позиции. Тут, как говорится, буст уже не действует. И не должны нас так быстро скидывать с пьедестала. То есть, если мы сейчас с тобой, например, зайдем в Лигу Мастеров 2 звезды, я думаю, к завтрашней серии нас, ну, скинут максимум... Да куда? До Сёгуна. 3 звезды. Это мои предположения. 9 откатов придется брать, друзья мои. Придется брать заранее уже. Потому что, ну, чувствую, что не хватит. Так, какое там у нас с тобой местечко? Ранг 40, да? Еще где-то боя 3 надо сделать. И здесь опять баня. Опять появился баня. Ну что ж, давай возьмем его. Раз, два, три. Такими темпами мы с тобой, да, до половины игры, наверное, дойдем Лиги Мастеров 3 звезды, скорее всего. Ладно, не будем загадывать. Так, давай, Усаги, наяривай. Шикарно. Что-то он действительно сегодня, ребята, в кураже у нас. Валит. Уровень-то не кислый был, да? Он сразу 3 завалил. Интересно, сколько он будет дамажить, если ему тоже прокачать вот эту вертушку до 7 ступени. Так, какое местечко? Давайте 20-е. О, найс. Так, смотри. Берем с тобой... Ну, давай возьмем Тимура.
Единственное, что, друзья мои, я пока не понял. Если, например, мы с тобой берем, да, бойцов, я имею в виду врага, который находится, например, в Лиге Мастеров, да, там две звезды, но у него уровень выше, чем, например, другой, который там находится, нам как-то это влияет по опыту и по продвижению, как тебе сказать, по продвижению в лиге. То есть, ну, сейчас я тебе объясню. Вот пройдем мы вот эту вот волну. То есть у нас есть с тобой противники, да? На выбор три штуки. То есть есть сильные, есть немножко послабее, есть еще, например, послабее. Но они находятся все в одинаковой, как сказать, в одинаковой лиге, да? Вот смотри, что я имею в виду. Ну что, поздравляю, мы с тобой в мастер две звезды ворвались. Вот, видишь, у нас с тобой на выбор есть три бойца, да? Вот этот, например, ну, тут, видишь, они более-менее одинаковые. А есть, например, 70 уровни, да, 75, и есть 68 и 69. И вот я думаю, если, например, возьму 68-х, они все находятся в одинаковых этих, в одинаковой лиге, да, имеют одинаковые кубки. Но по опыту и по продвижению как-то это влияет, например, если я возьму более-менее сильного, да, чем менее слабого, и смогу его победить. Или же не имеет никакого значения, что ты вот этого победишь, сильного, предположим, или вот этого слабого. Но ты получишь все одинаково. И опыт, и, как говорится, продвижение по лиге. Мне кажется, наверное, не влияет. Но проверить это мне никак нельзя. То есть я не могу сделать два одинаковых боя, только выбрать разных бойцов. А так бы хотелось бы посмотреть. Я просто раньше всегда думал, ну, чем больше кубков, да, тем лучше. Но в последнее время стал замечать, что иногда мы получаем с тобой опыт и продвигаемся быстрее, если я смогу забомбить противника немного слабее, чем там есть. Как это объяснить? Опыт же, по идее, не удваивается, у меня нет никакого накопителя, умножителя, да, на опыт. От чего это все зависит? Тоже непонятно пока. Так что, ребята, ориентируюсь пока только лишь на кубки. На уровень, как говорится, не обращаю внимания. Хотя вопрос интересный. Так, ну что, друзья мои, мы с вами переходим на 82-ю позицию. Неплохо. Так, сколько у нас там еще с тобой? Вот, видишь, например, вот, видишь, Лемми. Ну, тут немножко неправильно сравнение идет, потому что если бы здесь тоже было бы, например, 17-23, и по уровню здесь 75 и 76, а здесь, например, 68 и 69. И вот я бы хотел бы знать, за обоих бы давалось одинаковое количество, ну, опыта, да, и, как говорится, этих, ну, кубков-то, наверное, одинаково. А опыт именно по скорости продвижения вверх. Потому что я всегда думал, что то, чем больше у нас с тобой кубков, соответственно, тем быстрее мы с тобой и продвигаемся. Но тут, вот в ближайшее время, почему-то я немножко начал сомневаться. А было это связано с теми боями, помнишь, да, у нас были такие, когда мы проходим и всего лишь на 5-6 ступенек поднялись. А потом я в то же время нахлобучиваю какого-нибудь слабачка, и там мы с тобой буст аж на 20-15 ступенек пролетаем. Как вот это объяснить? Не знаю. Есть только одно предположение. В тот момент, пока у нас с тобой проходит, вот, например, вот этот бой, да, кто-то, еще игравший, меня может немножко оттеснить от моего места, где я нахожусь, да? Ну, предположим, мы сейчас играли, да, с кем-то. Я должен был попасть, например, на 65-е место, а передо мной сыграли, например, там 10 человек, да? И я вместо 65-го места получаю 71-е. Потому что меня как бы уже сдвинули, пока я дрался. Ну, ты понимаешь, да? Такой тоже может быть вариант. Ну что, у нас 11 откатов с тобой. Опять Мухаммед. Давай, наверное, возьмем его. Так, и последние бойцы у нас. Все, по-моему, больше никого не осталось. Да, значит, это получается у нас с тобой последний бой. Это у нас с тобой последний бой. И посмотрим,
какое местечко мы с тобой займем. Да тут не надо никакого уклонения, просто начинаем сразу бомбить и все. Давай, Усаги. Так, постепенные уроны и добивочный отлев. Ах ты, гаденыш, смотри-ка, не упал, ты прикинь. Вот такое вот бывает. И Усаги бомбанул, да, и Леонардо, и все равно он выжил. Вот так вот. Ну что, давай смотреть, на какое место мы с тобой переместимся. 49-е, ну, грубо говоря, 50-е. Отлично, неплохой результат. Ну, а мы с тобой идем куда? Конечно же, на испытание. А вот какое будем брать, я думаю, что начнем, наверное, с городской войны тени на солнце. Потому что здесь и Кунаичи, и Алапекс, и Шинигами. Единственный вопрос, кого мне дадут? Упс. Ну, конечно, им бы не дали, но постараемся пройти. Постараемся с тобой пройти. Так, ну, вначале все, как понимаешь, на автобое. Тут никаких проблем вообще у нас с тобой не должно быть. Эти три волны мы с тобой разбомбим. Потом еще и следующую. В общем, это у нас где начнется? На Алапексе, да? Можно будет уже немножко, как говорится, приостановиться, отключить автобой и уже разруливать ситуацию самим. Да, бедный Карайка и бедный Лео, не повезло вам. Столкнулись вдвоем против такой армады. Ну что, три звездочки, все идеально. По-другому здесь и быть не могло. И двигаемся дальше. Так, Карайк, мы с тобой заработали. Ну что, Донни, поехали. 20-й уровень противника. Что тут еще падает у меня? Я опять ставлю на автобой, друзья мои. Нечего тут теребунькаться. Сегодня, значит, пройдем это испытание, а завтра последнее из доступных, и будем ждать уже четверга, потому что в четверг открывается у нас испытание на Усаги. Хоть он у меня и собрат весь. Слушай, ребята, а Усаги у нас с кем фармится, а? Кого-то можно, кроме Усаги, еще получить, я уже и не помню. Да это, в принципе, не важно. Дойдем, да, пройдем и узнаем. Что загадывать, как говорится, наперед. Кто-то сказал, написал мне в комментариях, что в следующем году будет обновление этой игры. Появится Ирма и какая-то нога. Это откуда, друзья мои, такие слухи поползли? Опять пули, да? Как говорится, неподтвержденные вылетают. Я уже за эти два года игры, ребят, столько всяких слухов понаслышался. Кого тут только не добавили, а? Или хотели добавить? Нет, от разработчиков, ребят, пока вообще тишина. Никаких от них комментариев нету. Так бы, если бы, ребят, я вам говорю, если бы они взялись бы за продолжение, было бы, конечно, очень круто. Было бы очень круто. Так, ну что же, здесь тоже разобрались с тобой и двигаемся дальше. Ну давай ты, морозильная кошечка. Так, а вот у нас Микеланджело, а дальше, ребята мои, Кунаичи. Кунаичи, Алапекс и Шинигами. Это те самые персонажи, которые мне нужны. И, в принципе, только ради них я прохожу вот эти вот все испытания. Ну, давай будем честны, даже если бы их, даже если бы у меня были бы они собраны, все равно бы я эти испытания проходил бы. Сколько у меня за все это время, вот мне интересно самому для себя, вот этих вот прохождений испытаний на канале на моем, а? Сколько? Наверное, блин, больше сотни. Может быть, даже больше двух сотен. Да нет, больше двух сотен не может, потому что у меня всего лишь... Сколько там? 500 серий, да? Всего лишь. Слушай, ну, соточку, наверное, точно есть. Соточка должна быть. Прохождение испытаний этих. Так, ну что, двигаемся дальше. Ну, майки. Так, а вот теперь, друзья мои, Кунаичи, Алапекс. Но не забывай, что у нас с тобой уже практически на пределе. Первым, кого нам придется с тобой убрать, это, наверное, будет тигр. Почему тигр? Потому что, друзья мои, он 70 уровня, а враг уже 50-го, 55-й будет, да? Вот зачем он сейчас вот сделал тигр? Он взял и применил массовую атаку.
на одну какую-то вшивую крысу. Не понимаю вот этой логики. Не знаю, друзья мои, если я успею сегодня поиграть, то обязательно сыграем еще в драконы-всадники Олуха. Очень много, конечно, у нас с тобой игр. И хотелось бы растения против зомби, да, в героев поиграть, потому что у нас начался новый сезон. Я, кстати, друзья мои, не заснял тот момент награждения, да, за сезон. Но я тебе скажу следующее. Ничего хорошего мне там не выпало. Дали мне 5 паков. И ничего классного. Ни одной редкой карты, ни одной легендарной. Вообще по нолям. Но зато я тебе скажу следующее. Скоро мы накопим с тобой 700 гемов. А это означает, что мы с тобой приобретем какого-нибудь нового персонажа, нового героя. Так, ну что, кунаичи в карман. Так, а вот и Аллапекс. Тут уже 65 уровень. Естественно, я, наверное, не буду все-таки рисковать. Уберу тигра. И надеюсь, мы в меньшинстве все-таки сможем пройти. Так, Зэк бросает бомбочку. Да, бомбочка, конечно, у него уже все слабовато. 60 уровень даже не может вырубить. Хотя Зэк сам на 80 уровне. А вот этот вот удар, да, лазер из пальца, очень-очень даже неплохо бомбит. На тебе. Так. Опа, готов, парень. Что у нас тут? Опять же, 2 дрона, да, и 1 стрелозад. На тебе. Разбираем на ура. Так, это у нас 3-я волна, предпоследняя. Да хорош ты. Вот это я понимаю. Так, идем далее. Последняя волна. Ну вот она у нас. И белочка тут стоит, да? Тихо. Ну что ты делаешь, Аллапекс? Ну успокойся. Вырубил ногой, да? Волна смертельная. Все, Рафаэль убил. Точнее, Рафаэль погиб. И этот у нас погиб, Аллапекс. Так, концовочка очень быстро у нас получилась. Ну что, переходим с тобой. А, нет, не последняя волна. Последний у нас будет спринтер. Ну, спринтера я 100% не смогу победить. Да мне по большому счету, наверное, это и не нужно, так как спринтер у нас полностью с тобой накоплен. Подеремся просто с тобой за Аллапекс. Да? Так тихо, буянит он. Сколько там у нас времени, друзья мои, натикло? Мне не опоздать бы на работу. Ага, 5:30. Так, а мне нужно будет в 6 уже выдвигаться. Так, ну что у нас вот? Ага. Нет, Бакстер, ты бы мог выпустить волну в данный момент. Да я тут сам сыграю. Что-то они как-то плохо себя ведут здесь. Как говорится, без моего контроля. Блин, какой же ты Рокзар такой ужасный, когтистый, весь худой, дохлый. Кости повылазили, господи. Был таким, да, жирненьким. Когда он был в виде острозуба. Но тут вообще никуда не годится. Долговязый какой-то весь стал. В безумных мутантах, ребята, он намного лучше, да? Он такой там жирненький. Действительно похож на какого-то пса. А тут фиг знает. На спине кости торчат. Фу, безобразный. Так, ну давай волну с тобой выпустим. Хоба. Сразу отсели, кого не нужно, да? Так, этот должен упасть. Давай добьем, наверное, с тобой морозилку. И Лео. Воу-воу-воу. Нормуль, Баксер, молодец, красавчик. Подтянулся. Так, здесь выпускаем маузеров. Тыдыч. Вау. Не кисло бомбанули. Так, и Карайку. Да чтоб тебе. Ну что ты со своим копишком-то тут прыгаешь? Смотри-ка, постепенно урон повесил, а? Все. Я не знаю, ребята, нужно ли идти нам с тобой на спринтера. Может быть, просто попытаться хотя бы пройти. Так, ну вот и шинигами у нас в кармане. Ну, давай попробуем. Уровень, конечно, здесь, ребята, 85-й. Ну, как-то для меня это... Блин, я не знаю, ребят. 85-й уровень.
Это будет больно, это будет жестко. Давай попробуем, блин. Так, начинаем. Угу. Розара брать на провокацию здесь, я думаю, не стоит. Так, постепеночка. Вот так вот мы... Наверное, надо было защиту, блин, делать. Ай-яй-яй-яй-яй. Ща... Так, отпал. Знаешь, в чем проблема здесь? То, что у нас нет хила. Вот и все. Мы с тобой сдуваемся только лишь из-за этого. Был бы у нас медик, все было бы совсем по-другому. Так, ну что, я не знаю, давай возьму провокацию. Понизим защиту. Понизили. Так, теперь поставим с тобой защиту, доп. И выпустим волну. Вау. Так, третья волна. Так, тут у нас Рафаэль, блин, с контратакой. Ну, бросаем бомбочку для начала. Так, замедляха сработала. Ох-хо-хо-хо-хо. Ну-ка. Упал. Так, заморозить надо нам Кейси Джонса. Ты серьезно, блин? Да ладно. Так, Бакстер, извини. Рафаэль, естественно. Так, и Лапекс. Ну, посмотрим. Блин, бедный мой Рокзар, а. Ну, давай когтями в него тогда. Твою ж налево, блин. Так, вот, ребята, предпоследняя волна. А мне даже сходить неким. Кунаичи, по-моему, здесь сейчас будет так бомбашить, что мама не горюй. Я ее не смогу даже... Оу. Так, я знаю, что дальше будет Карайка. У нее большая инициатива. Ну-ка, смерть с небес. Есть. Так, это терпимо. А вот это сейчас тоже. Все, Рокзара потеряли. Ты смотри, что творят. Не знаю. Ну, давай заблочим, попробуем. Заблочили, да? Баф. Повесим на себе. Так. Ага. Эти голодранцы сейчас будут провокации брать, да? Ага, вон они что делают. Блин, я офигею, как она бомбит. Бомбочку я, наверное, пока тратить не буду, а ускорение у них у всех стоит. Ну-ка, поехали. О, с удара, вот это хорошо. Так, опять же, сделаем с тобой защиту. Есть, и, друзья мои, последняя волна. Кто там у нас? Твою ж налево. Конечно же, в первую очередь, надо вот этого, ребята, Майки нам бомбить. Что из этого сейчас будет, я даже ума не приложу. Оу, не-не-не-не-не, все, все тут. Еще и ускорение влепили им. Так, ну-ка пробуем. Сейчас, блин, тигра забомбят. Так и есть. Майки нужно валить. Потому что я боюсь, ребята, что он сделал бы уклонение. Блин, защиту нет, 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 нет. Вот что он делает. Ох, ребята, все тут. Все. Как, блин, не крути. Друзья мои, как не крути, а у меня не получается пройти это испытание от начала и до конца. Ну что же, делаем выводы. Делаем выводы, что нам нужно с тобой прокачать некоторых персонажей, таких как Тигриный Коготь, да, до 90 уровня. Ну что же, пока есть у нас с тобой сыр, давай попробуем вытянуть одного из трех нужных нам персонажей. И это Шинигами, замечательно. Следующий. А, 40 жетонов. Достали вы со своими 40 жетонами этими. Блин, и камень Талика. Ну, друзья мои, я попытался, но не повезло. Не повезло нам. Так, тут мутаген у нас разыгрывается. Как бы он мне пока не особо горит. Вроде бы да. Все, ребята. Мы в магазин заходили, да, смотрели. Вроде бы там ничего нету, да? Да, все тихо. Донателло мы с собой приобрести не можем, потому что нам нужно 75 монет, а у нас всего лишь 70. Так что придется ждать. Ну что, дорогие друзья,
На этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!